Дорогие друзья, всем привет! Продолжаю свой спортивный блог с хэштегом «Спортивный депутат». Блог у меня спортивный достаточно разнообразный, но сегодня будем рассматривать опять кроссфит, потому что я считаю, те нагрузки, которые даются по этому виду спорта, они изматывающие, наиболее эффективные и, самое главное, полезны для вашего здоровья. Сегодня я пригласил на тренировку своего друга, тренера клуба «Ярополк» по самбо, моего помощника как депутата и члена общественной палаты городского округа Красногорск Федоров Дмитрий Николаевич. Вот. Да, сегодня я его пригласил не просто так. Мы сегодня разомнемся по кроссфиту, а также сделаем небольшие соревнования и посмотрим, кто же из нас все-таки лучше. К мини-турниру, организованному мной, я готовился. Дмитрий Николаевич еще не знает такие упражнения, но догадывается. Вот. Поэтому сейчас будет разминка, потом вкратце я вам покажу элементы разминки, уже силовые, непосредственно с инвентарем. И потом я расскажу, что за соревнования, что они в себя будут включать. Поехали! Федоров сегодня проиграет по-любому, хотя он в хорошей физической форме. В общем, я достойного соперника пригласил сегодня. Но он все равно проиграет. Потому что если он не проиграет, так как директор я ему зарплату не дам. Что ты смеешься? Серьезно говорю. Я пока его провоцирую, но я всегда за честный бой, за честные соревнования. Так, прошла у нас разминка, 10 минут. Сейчас мы будем собирать спортивные базы, как называется это в кроссфите, пока для разминки. Так, друзья, смотрите, да, я использую шапочку. Она такая как раз с синтетическим материалом, позволяет, потому что во время кроссфита идет очень сильное обильное потовыделение. И чтобы вода не капала, я собираю. Обратите внимание на Дмитрия Николаевича, ему в принципе шапочка не нужна, потому что там поту негде собираться. Итак, друзья, сейчас мы построили базы, мы разомнемся, каждая база будет по 2 подхода. Часть из этих упражнений будет включено в наше микросоревнование. Делаем каждое упражнение по 2 подхода, соответственно, по 30 секунд. 30 секунд работаем, 45 секунд отдыхаем. Этого получается 1, 2, 3, 4, 5 упражнений, то есть 10 подходов. 10 подходов мы разминаемся и потом начинаем наши соревнования. Да? Что? Поехали. Поехали. Дмитрий Николаевич, вот после 2 подходов каково это уже проиграть заранее? А я не проиграю. Это стабильный ответ, стандартный, я его слышу уже много-много лет. Сложно, сложно, сложная трасса. О, это для настоящих. Сейчас, да, на самом деле трасса очень легкая. Дим, выпрыгивание, пошли быстрее. Гири касаются пола, поехали. Так, закончили разминку, 10 подходов по 30 секунд. Сейчас выстраиваем базу, точнее саму дорожку из баз. И расскажу, что за упражнение, как правильно делать и какая очередность. Итак, дорогие друзья, выстроили мы, получается, нашу соревновательную дорожку из 6 баз. Каждая база состоит из одного упражнения. Каждое упражнение нужно сделать по 10 повторений.
начинается старт и заканчивается, точнее, мы нажимаем кнопку «Стоп» на секундомере только тогда, когда мы сделали 10-й раз на последней базе. По большей части все упражнения у нас были в разминке, но давайте освежим. Рывок грифа. Гриф у нас весит 45 килограмм. Считаем только вверху. 10 раз. Далее. Выпрыгивание с двумя гирями. Вес каждой гири 16 килограмм. То есть получается 32 килограмма. Гири, обращая внимание, касаются пола. Но при этом не корпусом ты касаешься, а приседаешь. И считается момент, когда ты выпрыгиваешь. Не встаешь. Судья, очень строгий судья, обращая внимание на твои дорожки, будет смотреть, чтобы ты выпрыгнул хотя бы вот настолько. Вот. Следующая база – это вращение сэндбэга. Вес сэндбэга здесь 16 килограмм, в любую сторону 10 раз. Руки прямые, согнутые, как хочешь. После этого мы идем на жим лежа. Вес у нас там 68 килограмм. Не делаем большой вес, потому что еще сами не расцениваем свои силы, как мы пройдем или не пройдем. Тоже 10 повторений жим своего веса. После этого отжимание с перепрыгиванием на мяче 10 раз. Обращаю внимание, локоть должен сгинаться на 90 градусов, только тогда засчитывается. И крайнее упражнение у нас рывок двух гирь по 16 килограмм. Каждой одна вверху, другая внизу. И считаем, соответственно, руку вверху. То есть вот и начал отсюда. Нет, вот это. Раз, два. Понятно? Сейчас Дмитрий Николаевич будет делать первый раз. Посмотрим его время. Потом сделаю я. И посмотрим, кто же из нас выиграет. Победит сильнейший. Итак, дорогие друзья, на старт, внимание, марш! Раз, два, я считаю, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Аккуратно, аккуратно, достай, пошел. Ага, взял. Выпрыгивание гири касается пола. Раз, выше. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Положил. Вращение вокруг себя. Внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поставил. Жим лежа. 10 раз, руки выпрямляются. Внимание. Поехал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага. Быстрее, 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 быстрее. Отжимание с мяча на мяч. Внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага, взял две гири, одна вверху, другая внизу. Внимание, раз, рука управляется, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну как трасса? Очень сильная. Очень сильная. Итак, дорогие друзья, минута 40.85. Я, если честно, думал, я специально поставил тут, чтобы как бы он запнется. Хотя минута 40.85. Понравилось? Да, круто. Отлично. Теперь моя очередь. Готов? Готов. Три, два, старт! Раз, два, три, четыре, поднимаем руки, пять. Можешь!
Хорошо. Просто когда есть спортивный интерес, это завораживает. Ну что, покажи время. И кто здесь самый сильный? Так, сила дружбы, товарищ. Минута 41:15. А у тебя была минута 40:85. То есть в реале 33 сотых. Ну, 30. Победила дружба. Это не значит. Но Дмитрий Николаевич решается премия в этом месяце. Это однозначно. Где-то через 3 недели я буду тренироваться еще больше. Так как Дмитрий Николаевич, он у нас сторонник большей части лыж, но это тоже очень жесткий кроссфит, поверьте мне, особенно в горку. В борцухе и своим весом. Я люблю единоборство, кроссфит люблю, лыжи тоже люблю, но не как он. Ну и подкачиваться я тоже люблю. В следующий раз мы сделаем не 6 баз, а 8. И другие, соответственно, упражнения. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь говорят правду. Не, реально, здесь говорят правду, потому что я за честное судейство. Друзья, ждем вас в Ярополке. А так, 23 февраля ждем всех на площади возле администрации. Мы организуем очередную акцию «Быть здоровым и модным. Массовое закаливание». Всем спорт! Приходите в Ярополк.